Великий советский актер театра и кино, народный артист СССР Ефим Капелян родился в 1912 году. В 28 году он окончил трудовую школу, а в 29-м работал художником при кинотеатре. В конце 29-го он приехал в Ленинград, где работал токарем на заводе «Красный Путиловец», а затем поступил в Институт изобразительного искусства. Во время учебы участвовал в массовках спектаклях Большого драматического театра, а в 31-м поступил в студию при театре. В годы войны он добровольцем пошел на фронт, где был актером фронтового театра народного ополчения. За свою жизнь он исполнил множество ярких характерных ролей в фильмах, таких как «Неуловимый мститель», «Интервенция», «Даурия», «Вечный зов», «Соломенная шляпка». Это его закадровый голос мы слышим в сериале «17 мгновений весны». Он имел множество наград, в том числе и боевые, медаль за оборону Ленинграда и медаль за победу над Германией. Великий актер скончался в 1975 году от остановки сердца.